Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Я прошел сегодня все испытания, забрал всех своих друзей с путешествий. Принесли немало мне, кстати, полезных карт. Кстати, друзья мои, вот мне понравилась свалка Тимми в плане прохождения, и очень много дают мне опыта. Я поднял 2 уровня здесь. Так, ну что же, а мы с вами, подожди секунду, прокачаем карты для начала. Вау! Конечно, будем улучшать. Ребят, о чем речь? Корабельная пушка, топ, топчик. Кстати, у меня еще и 2 новых карты. Да, динамит же мы с тобой получили. Его обязательно нужно прокачать, потому что это имбовая карта, поверь мне. Прокачиваем по максималке, сколько сможем. И берем к себе в колоду, естественно. Без нее я, наверное, никуда не пойду. Нифига себе, сколько мы... Смотри, сколько мы прокачиваем. 15-й, 16-й уровень уже. Ё-моё, 18 уровня, динамит. Слушай, сколько там общий урон? Почти 8к на всех. Так, я возьму ее. Вместо чего взять-то? Так, это мы с тобой оставим. Может быть, давай вместо пистолета. Так, а вот это что-то новенькое, ребята. Это я получил как раз, проходил, когда испытание Тимми на свалке, да? Вот это в сундуке мне выпало. Так, это каратель. Общий урон 900, это на первом уровне. Уничтожает... А, передняя цель, да, атакует. Перемещает цель на случайную заднюю позицию. Если цель отравлена, дополнительно наносит ей 100 урона. Ну, так себе, если честно. Может быть, конечно, будет получше, чем пила. Но я, наверное, все-таки брать не буду. Не внушает, так сказать, доверия. Что-нибудь еще новенькое у нас есть? Так, нож мы с тобой не испытывали. УЗИ мы с тобой тоже не испытывали. Так, прокачаем, наверное, нашу громовую тучу до 18 уровня, да? И прокачаем с тобой пестициды. Отлично. 20 уровень. Самая прокачанная карта в данный момент — это пестициды у меня. Ну что, а теперь, я думаю, пора и отправляться. У нас с тобой новый враг. Шабаш. Ну что же, в бой. Я еще накопил, кстати, энергии 40. Ну давай посмотрим, что это за гоблин такой или ведьма. Сейчас покажут, это будет новый монстр у нас. Угу, типа какой-то бабы-яги, что ли. Да, друзья мои, это ведьма. Поддержка. Так, проклятие карты. Наносит 286 урона и уменьшает количество карт в руке игрока на 1. То есть она уничтожает мне карту. Плохо. Ну что, начнем с динамита, проверим заодно, как он бомби... Вау, урон не кислый, я тебе скажу. Так, теперь давай, наверное, пушка судьбы. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, ладно, попробуем так сделать. Есть, ведьмочка наказана по всей строгости. А теперь остается только лишь из корабельной пушки. Ребят, ну урон колоссальный у нее. Свинота пришла тут в таком костюме, ё-моё, не смеши. Мои пятки, они так смешные. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой заморозочку, да? Так, а теперь бы нам вытянуть кого-нибудь. Так, и это ведьма. Так, с ведьмой... Давай динамит, наверное, бросим туда им, а? Пускай посмеются. Блин, динамит надо еще прокачать. Немножко не хватает, ребята, урона. Так, это поддержка, поэтому... Пилой, пилой ее надо. Шикарно. Она отдуплится от отравления. Блин, придется так бомбить. Слушайте, ребята, она действительно уничтожает карту мне до конца игры? То есть я так и буду с 3 картишками? Вы серьезно? Слушай, ну тогда получается, надо ведьму уничтожать в первую очередь. Офигеть, 3 карты всего ставила мне. Зашибись. Так, ладно, давай траванем с тобой еще эту свиноту. Ну и бомбанем. Блин, она ударит меня. Ладно, уничтожили. Последний у нас с тобой 3-й бой. Начнем. Не надо, начнем с динамита. Так, теперь грозовая туча. Так, секунду. Здесь мы сделаем с тобой заморозку. Этого надо вытянуть на передний план. Вот так вот. А так бы он урон нанес бы, если бы он погиб на заднем плане. Так, тихо, ведьма. Ведьма сейчас уничтожит мне карту. Твою же маковку, а.
Блин, она не наносит урона, но уничтожает тебе карту. И она продолжает уничтожать карты, если ты ее не уничтожишь. Так, хорош, Йети, иди отсюда. Ну что, друзья мои, мы прошли, слава богу. Так, тут у нас победа. А морковка на цепи. Так, ну что, умножим, наверное. Забираем полностью с тобой бонус весь. И сегодня я хочу попытаться дойти до вот этого, ребята, босса, который нас поджидает впереди. Вот он. Потому что я с таким не дрался, мне интересно, что он вообще из себя представляет. Ну что, мы переходим с тобой на второй бой. Знакомая Баба Яги. Вот так называется у нас уровень. Ну что же. Да, ведьма на самом деле лютая. Уничтожает карту до конца игры. До конца именно вот этого матча. Это очень плохо. Так, давай попробуем сейчас. А вот, динамит еще есть. Так, ну что, этот электрик у нас погибает. Слушай, а ведьма какая-то живучая. Может быть, ее вытянуть, а? Давай-ка вот так попробуем с тобой сделать. Плюс отравление повесили, да? И пестицидами. Ё-моё! Йети! Прикинь, этот не заморозил карту. Да? Хотел я вот пилой бомбануть ведьму. Потом ведьма еще и убрала у меня карту из рук. Так, хорошо. Пока терпимо, ничего мы с тобой здесь делать не будем. Давай заморозим свиноту. Плюс вот так ее откинем. Вот этого нужно нам разбирать на первом, на переднем фланге, ребят. Так, это у нас убийца, да? А пистолетика-то у меня нету. Ха-ха, давай пилить тогда его. Минимальный урон, на самом деле, получает. Пестицидами добьем. Да. Да, все хиляется, все хиляется. Эта карта меня уничтожает, а? Иди сюда. На метле она там летает. Ну, тут вариант динамит бросить. Да. Ведьма погибает. Да, в принципе, и свинота тоже погибает. Тихо, тихо, тихо. Чуть-чуть не успела, она меня опередила. Так, и последний бой. Мы, кстати, с тобой вытянули аптечку, по-моему. Поехали, начнем вот с этой пушки. Поджог сделаем. Окей. Теперь грозовую применим. Каст сбили, да? Сбили все-таки каст. Теперь подкинем туда динамитику. Замечательно. И уберем отсюда Йети. Так, этого гаврика надо уничтожить здесь. Окей. Блин, ведьма сейчас карту уничтожит мне. Карту! Блин, да не хватает вот... А, успели, успели мы ее бомбануть. Отлично. И остается у нас тут Йети. Так, ну с ним нам будет намного проще разобраться. Вот из пушки бомбанем и все. Друзья мои, отлично, отлично идем. Очень прекрасно. Вот она аптечка. Естественно, будем сейчас с тобой приумножать наши награды. Окей, я доволен. Кстати, ребят, на втором канале сегодня вышла заключительная серия Самурая Джека. Игры, я имею в виду. Так что можете заходить и смотреть. Ну что же, у нас с тобой последний бой с ведьмами. Поехали. Так, архиведьма называется, да? Архиведьма. Ну давай посмотрим, что ты из себя представляешь. Наверное, нам надо было что-то взять из оружия новенького. Ну, начну с динамита. Довольно классная штука. Урон наносит всем. Причем, да... Да, и зомби! Зомби встал. Слушай, а если я еще динамит сейчас брошу? Ну-ка. Минус псина. Так, ведьма. Ведьма, ведьма. А как мне ее? Мне ее никак, ребят. Если только вот таким вот попробовать сбить каст. Е-е-е. Кастик сбили, уничтожили даже ее. Так, ну, зомби, конечно, меня бомбанет. Мы в ответ вот из этого ствола его. Но не уничтожим. Ну, это... Хотя... Хм, сгорел парнишка. Так, пестициды, убираем защиту. Сразу его отбрасываем. Электрика, замораживаем с тобой. Блин, ведьма. Ведьма готовится, ребята, уничтожить мне карту. Интересно, мы ее успеем вытянуть? Да, но она все равно уничтожит карту мне. Вот плешивая-то, а? А здесь еще и босс, по-моему, будет, да? Здесь будет босс. Но нам-то вернется карта обратно, ведь в руку, так? Так. Давай уничтожим. Сразу двоих, шикарно. Что может быть лучше? А вот, ребята, прибыл мой последний ингредиент для зелья.
Да, конечно, прибыл. Даже не рассчитывай на это, бабуся. Кстати, а что это у нас, динамит X1? X1 урон, что ли, получается, да? Так, давай-ка тучку применим. Гринч там уже на... Ага, сбили мы ему кастовку. Он уже хотел свое зелье там применить. Так, секунду, 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 секунду. Это сейчас отхилит. Успей, да, хильнуть? Ай, сорняк, сорняк. Причем, слушай, ну нет, я думал, что он по фулке хильнет. А он так себе, вшивенько. Так, давай-ка мы распилим. Блин, мне кажется, не хватает мощей у моего оружия уже. Урон слабенький какой-то наносится. Так, ведьму успеем заморозить? Нет, не успеем. Твою ж налево. Слушай, у нас с тобой еще мало здоровья, кстати. Как будем делать? Тогда динамит бросаем. Раз это пока схиляет, теперь сделаем грозовую тучу. Сорняк уничтожен. Ну что, ведьма? Все, допрыгалась. Давай подожгем ее. Пускай горит. Так, почти 8000 хп. Это у нас поддержка, поэтому ей вовремя будет пилой заехать. Так, секунду, секунду, секунду. Собьем каст или нет? А мы ее вообще уничтожили. Ха! На дельфинчике она, понимаешь ли, там каталась. Ну что, друзья мои, отлично. Отлично поиграли. Я выиграл. Наградочку получили. И погнали дальше. Сейчас, кстати, у нас тоже появится еще один новый монстр. Вот он. Кто же он такой? Какой-то маленький карлик. Кстати, давай зайдем в магазин. Я вот здесь не забрал награду. Опа! Ты видел? Ё-моё. Барабан судьбы. А чего не хватает нам? Гаек нам не хватает, чтобы прокачать. Слушай, давай-ка, наверное, мы с тобой морковку качнем. И пилу. Блин, гайки надо было поберечь. Вот на барабан судьбы. Ладно, что сделано, то сделано. Да? Жалеть ни о чем не будем. Поехали. Новый монстр. Брат за брата. Даже так. Кто же ты такой? Что это за маленький такой чудик? Хочу посмотреть на него. Опа! Вдвоем? Это ужасные близнецы, оказывается. Так, суперудар. Наносит урон почти 1000. А, в 5 секунд? А что за способность? А, наносит увеличенный урон, пока их двое. В плане... Ё-моё, они еще и вдвоем. То есть вначале один уничтожается, потом только второй. Класс убийцы. Ну-ка, с динамита начнем, проверим. Так. Подожди, подожди, мне бы вот близнецов бы бомба... Блин, дед. Не вовремя я это сделал. Так, секунду, попробуем сейчас сбить каст. Да ладно, ты серьезно? А, нет, получилось, ребят, получилось. Так, еще раз, динамитик. Он сейчас бомбанет по мне. Воу, ты, кстати, ты понял, что тут происходит, друзья мои? То есть у одного 8000 хп. Мы подбиваем, и у второго тоже 8000 хп. Зашибись, на двоих 16000, но это в данный момент. Слушай, ну этот Гаврюша, конечно, блин, дед опять отдуплился. И опять ожил. Слушай, так они меня сейчас тут быстро распетрушат. Посмотрите, что происходит. Уже здоровье-то сколько осталось. Ха! То-то и оно. Дед, вали отсюда. Раздражаешь. Так, бесплатно. Слушай, нам, наверное, надо глянуть. Начну. Да, с динамита, пожалуй, начну. Так, вытянем кого мы с тобой? Сорняк. Ладно, фиг с ним, пускай будет сорняк. Заморозка. Так, может быть, грозовую применим. Сбили каст. Но это не страшно было. Уничтожаем этот сорняк, ядрени фени. Блин, сейчас близнец бомбанет. Слушай, ну он один не такой мощный урон наносит, да? Там написали, когда их двое. Они хорошо бомбят. Одиночка, он так себе.
Так, тем более он сгорит у нас. Этот близнец, а этого мы распилим. И он тоже, по идее, должен сгореть. Не хочет. Не хочет. А, нет, все нормально. Так, друзья мои, динамит X3. Ну-ка, давай проверим. Так, неплохо. Блин, кактус. Ну ладно, кактус так кактус. Давай сделаем грозовую. Теперь я не знаю, может быть заморозить кактус-то этот. Давай заморозку применим. Блин, сейчас усиленный урон получим. Оу. Это было жестко. Ты посмотри, сколько он сносит. А как тогда быть? Притягивать? Блин, это сейчас вперед рванет. Ай-яй-яй, у нее же рывок. Так, ладно. Дайте мне вот этого бомбануть. Ядовитый урон. Теперь из пушки отталкиваем. Этот, надеюсь, не сильно мне... Опа. Друзья мои, по-моему, нам надо с вами либо аптечку применять, либо мы отдуплимся. Пока поживем. Это убийцы. Блин, пила для них это фигня. Их нужно из пекаля. Ха! А что это он сгорел? Ребята, видимо, наши эти... Да? Сработали. Отравление, да что там еще висело на нем. Фух. Короче, прошли. Блин, ну близнецы, конечно, это бесячество какое-то. Лучше уж ведьма будет, да, чем близнецы. Заработали что могли. И переходим на второй, ребята, на второй бой. И здесь у нас яд. О, спасибо тебе большое. Хотя бы новый уровень, 20-й. Вот это меня радует. Вот это меня радует. 77 тысяч опыта нужно, чтобы получить 21-й. Так, значит, у нас будет карта яд. Лучшие друзья. Так мило сказано, да? Лучшие друзья. А на поле боя такие друзья, что мама не горюй. Ну что, давай начнем, наверное, с барабана судьбы. Не то совсем. Так, взрывчатку. Окей. Так, теперь попробуем тучку с вами, грозовую. Сбили каст, уже что-то, ребят, уже что-то. Так, откидываем этого грифона, уничтожаем даже. А теперь иди сюда, ханыга. Вот так вот. Поближе будем его держать. Плюс заморозочку с тобой сделаем. Вот так вот. И, блин, зачем пила? Кстати, пилу надо убирать. Мне кажется, лучше поставить ствол сюда. Но это мое личное мнение, ребят, не знаю, как вам. Мне почему-то кажется, что так будет лучше. Ну что, кальмара мы с тобой тоже уничтожаем. Первую волну прошли довольно неплохо. Так, получить... Нет, не надо, тут нет близнецов, поэтому, я думаю, справимся. Для начала так. Теперь вытягиваем грибок сюда. Два хила, да, получается. Уничтожаем его сразу же. Так, родной, тебе, наверное, надо заморозить, я думаю. Чтоб ты не успел хильнуть. Плюс вот здесь, опа, пилу заморозил мне. Хотел его распилить, хотя и так неплохо вышло. Ну и теперь поджигаем, хотя мы его уничтожаем. Окей. Последняя волна. Блин. Тут, ребята, маг. Кого мы с тобой вытянем? Успеем ли вообще? Мага. Ну сейчас он мне карты все, конечно, сожгет. Блин, а этот в защите. Вот теперь думай, где эти пестициды вообще здесь находятся. Бумс. Слушай, вот это уже не шутки. Кстати, у них, по-моему, костюмы, знаете, как у этих в Звездных войнах-то, помнишь? Слушай, может быть, нам с тобой применить бомбу, пока не поздно. Хотя бы так, и еще одну. И еще одну. Ну тут просто риск большой. Тут смотри, сейчас опять звезданет. Вот они, пестициды, только выпали. Так, ну ладно. Этого добьем динамитом. Добьем динамитом его? Да. Фух, справились с горем пополам. На самом деле маг тоже противный. Он тебе карты, как говорится, сжигает. И потом они все под знаком вопроса. То есть
Ты даже не знаешь, что там находится. Сколько получаем? 3000, да? Карточек на яд. Ну, кстати, вот здесь надо забрать. У нас что яд, что улей, они чем-то похожи между собой, поэтому карта как-то не очень мне нравится. У нас с тобой и так есть всякие, да, отравления, поджоги и так далее. Ну что, мы переходим с тобой на последний бой перед боссом. Вау, ты посмотри, а это еще кто это такие вообще, откуда? Вот этого я, по-моему, помню. Это что-то новенькое. А, голубь. Помните в начальной заставке? Это же он был против нашей тусовки, вечеринки. И тут босс. Ха. Слушай, а сколько тут еще? Ё-моё, тут... О, тут, ребята, играть еще и играть. До посинения можно. Ну ладно. Не в этом суть. Суть в том, что мы с тобой сейчас должны уничтожить. Где он тут? Вот этих вот ребятулек. И пойдем с тобой уже потом на босса. Надеюсь, босс будет не такой сильный. Помнишь, мы с тобой красного злобного уничтожили практически вообще на ура. Даже не почувствовали его силы. Так, это у нас помощь, да? О, пила как хорошо бомбит. Так, теперь я желаю его так сделать. Блин, вот с этими, конечно. Может их заморозить? Ать! Заморозил, блин. Ничего не получилось у меня. Да чтоб тебя, Йети, ты-то куда лезешь? Ну вот это, конечно, да, ребят. Уничтожаем одного, потом второй начинает еще тут буянить. То есть двумя надо драться. Так, одного минус. Слушай, я попробую сейчас из пушки его убрать. Твою... Ну пройдоха, а? Специально же, да, делает? Это убийца. Для него пила это фигня полная. Заморозку делаем. Окей. И динамитиком угощаем. В первой, ребята, версии игры динамит взрывался не сразу. По-моему, через 3 хода только. Но это не точно, я могу и ошибаться. Так, что делаем? Поджог, наверное. Ага, отлично. Так, вытягиваем кого-нибудь. Это слизень. Против него хороша будет пила наша. Все, он не жилец. Так, теперь что? Тучу грозовую, конечно же. Что же еще? Сбили. А вот тут, к сожалению, не сбили. Так, успеем? Нифига. Не успел. Ну и так тоже неплохо. Так, дед, хорош. Твою налево, выжил. Динамит, ну. Есть контакт. Вот они. Опа, городской. А ну, хоть сюда, городской. Городской. Хоть сюда, говоришь, да? А если я вот так начну? А, кстати, хорошо, что они на первом месте стоят. У них, правда, 24 тысячи хп. Что не особо меня радует. Так, давай-ка мы заморозку здесь применим. И нам нужно, ну, желательно бы сорняк уничтожить. Вот. И желательно, чтобы он не успел хильнуть. Так, а этот сейчас скроет здоровье, да? У врагов. А, нет, он ударил. Он осмелился меня ударить. Да, и скрыл все хп. Так, этот очнулся. А если я из пушки? Так, один остался. Нифига, тихо! Я не переживу еще удар. Блин, кальмар пока в заморозке, надо что-то с ним делать. Может быть, вот так вот? Блин, все равно молния бьет на задний ряд. Как ни крути. До кальмара она просто не достает. Да что ты будешь делать? Живучий-то какой, а ты посмотри. Все, минус. Остается лишь близнец. Ой. Так, из пушки по нему. 10 тысяч хп остается. Я еще сейчас заморожу его, попробую. Но теперь-то мы с ним разберемся. Во-первых, я хочу применить барабан судьбы. Ага. И травануть его. А вообще-то уничтожить. Все. Друзья, сложновато, конечно, было, но мы справились все-таки. А сейчас будет босс, так что готовимся. Фул награда.
И смотрим, кто он такой. Какой-то, я не знаю, ребят. Напоминает мне чем-то морковь. Кстати, новая карта, да? Отбойный молоток. Слушай, у нас, наверное, что-то есть на прокачку? А-а. Из моих карт ничего. Хм, ладно. Фу, ну что, друзья мои, погнали. С богом. Так, босс Платорез. Он лечится, когда убивают его друганов. Не делайте этого, лучше их заморозь. Иммунитет. Нельзя заморозить, нельзя шокировать. Яд наносит уменьшенный урон. Значит, это Платорез. Поехали. Нет, подожди, ребята. Его нельзя отравить, у нас отравление только морковь. Только морковь. Хм, нельзя заморозить, да? И шокировать. Ну ладно, попробуем, короче, своей вот этой доброй старой колодой бомбануть. Я думаю, что должно получиться. И видишь, он лечится, когда убиваешь его друганов. То есть их лучше не трогать. Новый монстр, Платорез. Напоминает мне чем-то Протоса. Так, размашистый удар наносит 1152 урона. Применяется 10 секунд, да? Раз в 10 секунд. Пожиратель восстанавливает здоровье после смерти помощников. Блин. Ну, я надеюсь, у нас получится. Я украшу свою стену твоей шкурой. Я тебя понял, парень. Что будем делать-то? Упс. А так... Да вы издеваетесь, блин. А если из пушки? Ну, хоть что-то нанесли ему, да? Хоть какой-то урон. Этот еще сейчас будет хилять. Так, а если я динамит брошу? Этот все равно выживет. Так, надо нам... Ой. Вытягивать этого Хариуса сюда. Бросать опять динамит. Что с ним делать-то? Как быть-то? Ну-ка. Каст не сбиваем, блин. Твою же морковку, а. Еще и хп скрыли. Поджог, что ли, сделать? Да ты посмотри, что он творит. Блин, мне придется аптечку тратить. Офигли делать, друзья мои. Иначе все, иначе крышка. А как действительно быть-то с ним? Вот объясни мне, пожалуйста, как вот с ним быть? Шокировать его нельзя, заморозить его нельзя. Он сейчас по мне просто ударит, и все, и мы не, ребят, крышка будет. Так, если попробовать вот так вот. Я не вижу, что там происходит, ребят, понимаете? Я не вижу, например. Что там, как там, блин? Как там идут дела? Да у меня здоровья не хватит. Он сейчас просто звезданет разок и все. Трындец, ребят. Просто трындец. Я, кажется, понял, как надо его бомбить. У меня немножко не те карты взяты. Он все хп восстановил себе. Серьезно, что ли? Ё-моё. Короче, тут нужны заморозки, ребята. Так, давай мы, наверное, с тобой отступим. Тут нужны карты с заморозками. То есть мы берем с тобой холодильник. Мы берем с тобой... Блин, холодильник не прокачанный, ни шиша. Мы берем с тобой ракеты, наверное, да? Где у меня холодильник? Вот он. Так, да с какого уровня прокачаем? Чем больше, тем лучше. 15-й, 16-й, 17-й, так, 18-й, 19-й. 20-й, 21 уровень. Холодильник мы поставим вместо чего? Вместо пилы, наверное. Вот так вот. Значит, дальше, что еще? Что еще можем мы с тобой взять? Блин, не знаю. Ракету, может быть, вот эту вот взять? М? Вместо...
Да блин, я не знаю, вместо чего взять ракету эту. И вообще, нужно ли ее брать? Уменьшает его на 48. Да, черепаха. На 85. На 90. На соточку, всего лишь на соточку. А у него удар в 1500. Поэтому не особо сильно нас спасет. Шокировать его нельзя. УЗИ. Если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100 урона. Да, у нас нету с тобой ингредиентов. Прокачка фигня. Да, вот это босс. Хилится, значит, за счет того, что мы убиваем его корешей. Лучше, говорит, заморозьте его. Может быть, арбалет нам взять с собой? Лук? 1000 урона. Вместо грозы. Ну, пускай будет так. Ох, и намучимся мы с вами сегодня. Ну что, ребята, у него нельзя заморозить, нельзя шокировать. И яд наносит уменьшенный урон. Так. Значит, он боится огня. Верно? Верно. А раз он боится огня, что у нас по огню? У нас есть напалм, не прокачанный, ясно. Так, а у нас... Ну вот, барабан судьбы по огню. Динамит у нас... Так, 20% урона при использовании карт красного цвета. У нас огня и нет с тобой. Напалм, но он, опять же, я тебе говорю, не прокачанный. Твою же налево. Ладно, давай разочек еще раз попробуем. Там уже определимся. Просто, видишь, если бы не его напарники. Хотя напарники еще терпимо. Вот заморозка. Ой, хилка бесит, конечно же. Так, давай. А, его же нельзя заморозить. Неуязвимость пишут, блин. Так, ну что, пробуем поджог. Там горит, наверное, потихоньку, да? Так, сейчас мы заморозку с тобой применяем. Блин, да куда ж ты? Вот сюда надо было, блин, заморозку-то применять. Ай, дурость. Ты дичь. Ты видишь, как он бомбит? Просто по жесткачу. Ну-ка, давай вот так вот сделаем с тобой. Теперь из лука. Предположим, ребят, надо его... Вот так вот. Да куда ты, блин, перешел-то? А, хотя, не, нормуль, нормуль. Ребят, бросаем еще бомбу. Я не знаю, что я творю. Ну, что-то творю. А, так, заморозка. Фигня это. Ой! Он хиляется, да, он хиляется. Блин. Ну, что нам поможет с тобой? Я не знаю, заморозка только, если шокировать. Все, крышка. Так, в бой. В бой, конечно, ребят, я не собираюсь сдаваться. Так, 27 хп. Давай-ка вытяни. Да куда кого ты вытягиваешь? Не нужно мне вот этого, вот. Динамит. Сейчас опять подлечится. Блин, он лечится, причем довольно сильно. Опять все здоровье восстановил. Да вы серьезно, блин? Да ну. Друзья, это не серьезно. Он все здоровье себе восстанавливает, понимаешь? Да. По нему-то ударит кто? Кто там по нему ударит? Никто, даже никто и не сделает ничего такого. Хопа, и все, ребята. И у него фул хп. Я не знаю, что делать. Так, дискошар, может быть, взять. Дискошар. Мы сможем его поставить на первое место, да? Дискошар еще и не прокачанный 7 уровня. Так, а может быть рой? Ну это урон, ну смешной. Ну вот я серьезно говорю, ну что это такое, а? Поджигает цель. Поджигает цель, это конечно хорошо.
Мне кажется, тут надо все-таки все, делать на атаку огнем. Все абсолютно. Потому что только огнем можно. Вот это вот пестициды здесь вообще не нужны. Если честно. Они не нужны здесь. Поэтому меняем их. Вот так. Сколько у нас наносит? 1000, да? Наносит дополнительно защитникам. А он защитник или нет? Даже не знаю. Так, динамит. Дискошар. Все-таки я вот думаю, брать, не брать, а? Потому что если он там сзади стоит, нам нужно бомбить его, да? Давай возьму вместо лука. Поехали. Ой, у нас с тобой 193 кристалла. То есть я могу 3 раза воспользоваться попыткой к оживлению. Но опять же, это если у него будет мало здоровья. Твою налево. Да понял я, плоторез. Украсишь ты шкурой. Ну-ка проверим. Ты серьезно? Фуфляндия, короче, ребят. Да куда ты бросил, Ули? Ну, меняем, короче, местами. Нам нужно этого чудика валить в первую очередь. Бросаем динамит. Заморозка ему по барабану, насколько мы помним, да? Поэтому давай вот так вот попробуем. Ты достал, ну... Кто его хиляет? Это, понятно, сорняк. Это его, ребят, хиляет сорняк. Тут все-таки корабельная пушка решает, мне кажется. Что ни говори. Только за счет нее. Так, возвращаем. Так, попробуем сейчас сбить с них там каст. Может быть, немножко шокировать, если получится. Так, бросаем динамит. Блин, он сейчас хильнется. Эти гады никогда не заканчиваются. Зря я взял вот эту вот фигню, друзья мои. Я-то думал, видишь, что он бронебойник. Ну, то есть танк, а он нифига не танк. Он нифига не танк. Все, меня накрыли, да? Я не знаю, что делать. Качать уровень идти, так я буду до посинения его качать. Хилок нету. Этого нету. С карточками беда, прокачка нужна. Заморозка вообще никак не помогает. Так что вообще можно от нее избавляться. Может быть, он убийца? Я, кстати, не посмотрел, кто он на самом деле-то. Дробовик. Нельзя шокировать. Как быть-то, а? Вот это вот ерунда, ребят. Вот это вот чушь полная. Так, а что у нас здесь? Перемещает цель на случайную заднюю позицию. Если цель отравлена, дополнительно наносит 100% урона. Да. Красного цвета. Ну что, последний разочек попробуем, наверное, с тобой с ним справиться. Мне кажется, это иммунитет, видишь, заморозить, шокировать нельзя. И яд наносит уменьшенный урон. Только огонь. Огонь. И все. Другого варианта здесь нету. Жарить, бомбить и причем не давать возможности погибнуть его корешам. Трындец. Заданница, да? Дали мне. Давай из пушки тебе, гаденыш. Так, меняем. Попробуем сейчас шокировать. Сбить кастовку, естественно. И хочу сейчас из пистолета, ребят, попробовать. Фигня полная. Сейчас звезданет. Трындец. 39 хп. Ну, каково вытянем? Блин, почему не босса? Почему эту мразь достали, а? Ну...
Улей, улей в кого бросим? В кого угодно, только не в него. Он опять отхилился. Он, друзья мои, опять отхилился. По нему практически не бьем вообще. Так, иди сюда. Так, что мы можем сделать? Динамит бросить? Опять захилялся. Ну, правильно, он хиляется, потому что мы убиваем. Вот тебе и плоторез. Сейчас полностью захилится, да? Если мы вот этого сорняка с тобой уничтожим, да, он нас подобьет. Мне неохота тратить, понимаешь, наши гемы, заработанные потом и кровью. Ничего не получается. Вообще ничего не могу сделать. Заморозка. Да фигня это все заморозка. Арбалет здесь только брать. 9 уровня. Да фигня это 9 уровня. Так, а жаба что делает у нас? Для зеленого цвета, да? Черепаха, ерунда полная. Холодильник. Холодильник. Ну, ты понял, да? Морковь, ребята, здесь вообще не котируется. Она вытягивает напарника. Она самого босса не тянет к нам. Пекарь тоже, я понял, чушь полная. Так что, как бы, она тоже не нужна. Пестициды. Вот, давай вот так вот, наверное, может быть, сделаем. Че, еще разочек? Пока... А, у нас еще и энергия закончилась. В общем, если не получается, ребят, ну, придется мне тогда заканчивать. И прокачиваться, прокачивать карты именно на огонь, чтобы расправиться вот с этим вот плоторезом. Ну, вот что, они мне дают с самого начала? Взрывчатку, естественно, динамит, который наносит очень много урона. Ну как, кому? Да ладно. Прям в него попало. Чудо-то прям какое-то, а? Пушку дадите мне? Дали. Так. Меняем. Вот я поменял, на самом деле, зачем я его поменял? Зачем мне он здесь на переднем плане-то нужен? Бумс. Так, попробуем. Ледяной урон получает он. Куда ты бросил? Динамит. И опять у него фул здоровья. То есть, если мы с тобой уничтожаем хотя бы одного его приспешника, другана, да? Он восстанавливает здоровье. Смотри. Опа, и опять он полный. А эти гады будут ходить постоянно. На постой. Просто будут выходить. Иди сюда, под пушку корабельную. Не знаю, все, ребята, у меня нет сил. Нет силы. Урон ничтожный. Надо качаться. Такой вот у меня, ребята, вердикт. Посмотрел, блин. Он далеко не такой, как красный и злой. Этот вообще лютый. С 1500, извини меня, уроном. У меня всего 3000 хп. Ему 3 раза достаточно меня ударить, и все, и я готовченко. Ну что, друзья, тогда мы на этой грустной ноте будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.